Выявить возможные нарушения и улучшить уровень безопасности на транспорте, осуществляющем перевозку пассажиров. Такова цель проводимого по всей стране профилактического мероприятия «Автобус». Подробнее в следующем материале. Здравствуйте, добрый день. Командир взвода старшему первому. По Павлодарской области проводится оперативно-профилактические мероприятия «Автобус». Ваши документы можно на проверку? По всей республике с 7 по 11 июня проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названием «Автобус». Сотрудники местной полицейской службы прибыли на одну из конечных автобусных станций для проверки маршрутного транспорта. В рамках данного профилактического мероприятия сотрудниками полиции осуществляется выезд вот на такие конечные остановки, где проверяется наличие документов, соответствие техническим регламентам, соответствие требованиям техсостояния транспортных средств. Ну, полностью проверяются все автобусы. В случае выявления нарушений отсутствующих документов и иных технических проблем, автобусы снимаются с маршрута. Если какие-то будут нарушения, то сотрудниками полиции составляется административный протокол, то есть виновник несет административную ответственность. Если грубое нарушение, да, автобус снимается с маршрута и водворяется на специальную штрафную стоянку. Организациям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров, а также водителям, необходимо помнить, что техническое состояние транспортных средств, соответствующее установленным требованиям, а также соблюдение правил дорожного движения, способствует снижению уровня аварийности на дорогах и является необходимым условием обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. Кристина Каспирович, Амир Ерланулы, ЕРТС Ахпарат.